И всех приветствую, Dark and Darker. Так, это вот игрушка вышла в Steam, давайте посмотрим, что за игрушка. Типа подземелье, типа надо что-то делать. A, B. А, это типа за мужчин играем, либо за женщины. Я сначала не понял, что это женщины. Какой у них корсет. Так, вор, варвар. А, и обычный солдат. Лучник, маг. И жрец. Шеривлин. Так, а это у нас бард. Интересно. Варлок. Друид. Варлок. Чернокнижник, что ли? Так. Так. Кого возьмем? Мы идем в подземелье. Кого возьмем? Я попробовал кнопку «Нужна помощь» и зашел на Discord-сервер, но только там все говорят на английском языке. Давайте сначала сами посмотрим на игру, а потом уже будем думать про помощь. Пожалуйста, выберите подземелье. Пещеры гоблинов. А обычный? Ах, а стой, обычный... 3-3. Вот, здесь всего один человек. Давай сюда сначала пойдем. Все, подтвердить. Старт. А, извините, путешественник, вы проверили свою экипировку? Нет, не проверила. У меня какая экипировка? Ты че? Где я тебе ее возьму? Было весело обучать авантюристу множество навыков, но я... Так, выдать... Не надо мне ничего выдавать. А, перки навыки. Мастер брони. Да я думаю, это все в игре разберем. У меня первый левел. Какая экипировка, какой, блин, левел. Стойка, сила, ловкость, знает. Прямо как Dark Souls. Все вот это вот есть, да. Прикольно. Это прикольно, да, класс, список так ломит. А где экипировку можно свою проверить? Кастомизация. Ну, это кастомизация. Расы, скины на предметы, эмоции, вообще все пусто. Так, лобби. Кстати говоря, насчет друзей. Если есть желание сыграть в кооперативе, вот втроем, вдвоем, как раз карты посмотрим, то... Прошу, заходите в наш Дискорд-канал, соберемся пати как-нибудь, походим, может даже еще сделаем пару роликов, но сначала надо посмотреть на саму игру, а потом уже... А, вот, тайник. Тайник это, видимо, и есть экипировка. У меня ничего нету, собственно, все, что на мне одето, это вся моя экипировка. Если мы проиграем и нас сейчас обворуют, это значит, что у нас заберут все, что на нас одето. Здесь же игра играется как залутался и убежал, да, с полюбой. Это как в этих. Так, мимик. Я достал оружие. Это уже прогресс. Но все равно в игре темно. Так, это кнопка ставить блок. Это ударить. Я тебя слушаю. Опа. Ну-ка, стой, подожди. Какого они, блин, левела? Ух ты. Сколько? Так, дубль 3. Пошли еще раз. А, пошли еще раз. Хотя бы наполовину должны пройти. Так, блок на правую кнопку, удар на левую. Где? Кто? Ее, блин, не видно в темноте. На меня укусила, да? Но она не больно бьет. Вот те скелеты били очень больно. Он меня буквально с двух ударов. Ну, блин, ты сдохнешь? О, сдохла. Так, обыскать.
А, тут еще вот так, кинжал, урон оружия, ё-моё. Да, все это заберем у нее. Ну, мы же сюда за сокровищем пришли. Сразу начнем все, так сказать, отбирать. Так, деревянные двери открыть. Подожди. Какой же цвет в игре отвратительный? Тихо. А я вот... А, нет. Я думаю, у меня здоровье от атак будет это восполняться. Типа они сносят. Как в этом, в Bloodborne, блин, и нафиг. Крыса летающая. Так, где ее труп? О. Вы что с собой, блин, таска... браслет поврежденный, не экипируется. Взять, блин. Хорошо. Мне нужно факел теперь зажечь как-то, найти. На какую кнопку факел зажигается? Без понятия. Так, без понятия, на какую кнопку зажигается факел, если честно. Но он у меня где-то был. Вот факел. Деревянная палка, так ли, для освещения. Личная. Один, два. На тройку факел. На один руж, на тройку факел. Все, отлично. Вот так вот. А можно взять факел в одну руку, а, допустим, меч в другую? Нет, он сразу достает почему-то. Сразу достает. Пауки ползают. Там вода, пауки ползают. Я так понимаю, в этом подземелье все хочет тебя убить. Все. А от слова совсем все. Даже. О, кнопка работает на звук. И прикольно. Так, сейчас это. Следующий попробуем сходить с кем-нибудь. Так, здесь можно провалиться. Открываем дверь. Опять скелеты. Они меня ушатают. Даже это не скелеты, это гребаные гоблины. Я смотрел этого убийцу гоблинов, так что предупрежден, значит вооружен. Это, по крайней мере, мотивация мне не умереть. Отступаем. Ё-моё, еще и муха, ой, и крыса это прилетела. Спасите, помо... А, стой, у меня ХП восстановилось. Дубль 4. Наверное, последний дубль. Там кто-то бегал. Я видел, там кто-то бегал. Так, скелет. Я уже разобрался в механике удара. Хотя, может быть, как в Скайриме, за лучника сыграть. Лето кровь идет. Нормально. Нормально. Ё-моё, ненормально нихера. Где мой щит? Да щит поставь, блин. Да я щит поставил. Уи! Все, хана тебе. Что-то мне кажется, когда дело дойдет до PvP. Так, а вот скелеты, ой, лучники дохнут быстро. Когда дело дойдет до PvP, то я не переживу и двух ударов. Вообще скучная боевка. Надо за лучника здесь играть. Вот такие игры, типа Скайрима, надо играть за лучника. За лучника веселее всего. Так, осмотреть. Осмотреть! А, целый череп. Рыцарский меч. А он лучше моего?
Урон 28, а моего урон 26. Сразу меняем. И это тоже забираем. Все, это я забрал, это поменял. Где-то там еще валялись трупаки. Ага. А что такое Е? Восстановление, может, этого здоровья? Нет? Я просто присел? Я прилег? Зачем я присел? Зачем я прилег? А где? А вот они, трупаки. Лук. Золотой зуб. Мне вообще нужна кнопка забрать все. Обычно на R в ММО все забирается, а здесь вообще ничего не забирается. Мне надо как-то восполнить мои хипечки. Так. На 4 бинт можно подлечиться. Он так мало лечит, серьезно, мне урон наносит в 3 раза больше, чем этот бинт, который меня лечит. У меня сейчас бинт кончится, все, у меня бинт кончился. Офигенно, офигенно. Офигенно. Все просто офигенно. Несомненно, все просто офигенно. Да, я израсходовал сундук. Сундук. Вообще, давай сундук оболтаем и пошли отсюда. Продадим меч, который мы нашли. Итак, оккультные штаны. Итак, сделаем... А в какую ячейку помещать? А, вот сюда ботинки. Так, я себе ботинки одел, зашибись. Зелье лечения. Зелька лечения. Дубовый сундук. Ага, все, он пустой. Так, как зелька теперь? Сысь. 2, 3, 4, 5, 6. Нет. На какую кнопку зельки ее карнизиатор? Инвентарь открывается на тап. У меня есть зелька. А, это золотой зуб. А где зелька? А где зелька? Я же видел зелька. Вот оно. Ты его выкинул? Ты его или съел? ХП-то не установилось. Не понял. Не понял. Вот я его в инвентарь поместил, да? 3. На 4 должна... А, на 4 бинт. На 4 должно быть зелька. Оно не открывается почему-то. Вон 3. А, на 3 это и факел, и зелье сразу. Ну я уж пол игры разобрался, как играть. Пол игры. Так, пошли, там где-то скелет ходит. У нас, в принципе, есть здоровье. Можно еще кого-нибудь убить. А как отсюда выйти, убежать? Так, вернуться, выйти в лобби. А если я выйду в лобби, все мои сокровища останутся при мне? Вот надо с лучника брать и издалека их мочить. Но... Я вижу, что у меня меч в правой руке, я хочу ударить правой кнопкой мыши. Да, ёкарный. Хорошо, что вы не меняете траекторию удара, вы стреляете только по одной прямой. Какого хера? А мне меч оставили или забрали? Нет, меч забрали, 26, старый мой отдали. Так, хорошо, давай. Дубль, я уже убился, на 5-6. Все, это последний раз, когда мы заходим. Когда мы заходим. Я сейчас схожу за лучником. Ё-моё! Зомбари, блин. Зомбари, пердуны, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще и мумия вылезла. Это все потому, что я паутину задел, да? Фак! Жопа мира! Жопа мыла! Жопа, дайте выйти! Дайте выйти! Как закрыть? Как закрыть? Вас вообще реально убить? Чего такой быстрый? Или ты я такой медленный? А, быстрее давай! Здорово, чувак! Ты иди нахер, там ты же зомбари целая куча, ты
Не бей меня, придурок! Надеюсь, его съедят. Серьезно, он так быстро их разобрал. Эй, бармен, наливай давай. Хотя я сам могу налить, мы же вот недавно уже учились играть за барменов. Так что, так сказать. А что здесь так пусто? А где все авантюристы? Их съели нахер зомби или они друг друга попереубивали? А почему нет PvP-PvE режима в этой игре? Был бы PvE режим, был бы... Ты чё по столам прыгаешь, чудовище? Тебе же потом... Теперь понятно, почему у меня столы постоянно загажены. Так, давайте налью что-нибудь. Пиво, виски, брендли. Я умею разливать. Давай, недорого. Пиво, виски, брендли. Давай. Есть это, вот это. Слезь со стола, чудовище! Это... Столько бармена! Пошел нахер отсюда. Я тут вообще-то разливаю вино, алкоголь и так далее и тому подобное. Что с ними нельзя разговаривать? Видимо, из-за того, что я закрыл чат. Ладно. Так. А, лук такой медленно так натягивается. Опа, мимо. Не, ну зомбари луком мочить это классно. А вот этих уже это сложнее. Не, мне, блин, мне последний это так меня напряг. Он просто нет помочь мне зомбарей убить и потом уже разобраться по-мужски. Он, значит, сначала меня заковырял, хотя я против него ничего вообще не имел в этой игре. Я просто мимо пробегал. Почему игроки сразу начинают бить других игроков? Вы чё, блин, мы живем в мирное время, надо любить и уважать. Ух ты, ё-моё. А я хочу себе такой. И броня тут есть. А если что, то когда ты открываешь первую карту с одним этим, она очень быстро откроет. Тут даже это есть. А стрелы втыкаются, ну-ка стрельни. Вот сюда стрельни. Ну или дурак. Когда играешь в первую карту, где ты за один, то там очень быстро запускается. А я один. В карте на два человека. Так нечестно, блин. Так вообще нечестно. Меня убьют же. Сразу же убьют. Я сейчас нарвусь на двух авантюристов, и они меня просто заковыряют. Тут поди еще эти сложные, да? Бои. А не та кнопка опять. Ой, да их можно вокруг них крутиться, они тебе ничего не сделают. Вот просто крутишься, да? И все. Серьезно, можно крутиться. А, не, он какой-то легкий был. Он был какой-то слишком легкий. Так, голова. Хорошо, голову я одел, череп я забрал. Хорошо, теперь у меня есть какаска. Теперь у меня есть какаска, это уже что-то. Постоянно нужно ходить с фонарем, поскольку темно, невыносимо. Вот где он в темноте? Я его не вижу. Может, с пиромантом бегать, чтобы он как светильник не подсвечивал эти цели. Так, я его заковырял. Почему здесь такие легкие эти? Это же... А, броня 25, а здесь броня 38. Так, ну я какаску тоже возьму. Хлеб. А это можно есть? Это можно есть. А, он заплесневел. Ну хотя, почему нельзя? Игра как напоминает мне еще Baldur's... не Baldur's Gate, ну да, Baldur's Gate и Divinity там. Во-первых, такая же... такая же это... А можно факелом бить? Да, можно факелом бить. Какие странные пауки. Это было не настоящий. Укрепленный сундук. Он
Это не мимик случай. Вы чё? Как их? Нате нахер. Нате нахер. Нате нахер. Нате нахер. Плохой паук. Плохой паук. Сейчас я медь достану. Не, нужен чувак, который бы мне подсвечивал фонариком. Ничего не видно. Нифига не видно. Нифига не видно. Нифига не видно. Так, я их заковырял. С них нельзя шмотки обобрать. А вот еще живой, да. На-на. Да как мне до тебя достать? Ой, какая веселая игра. Пауков по этим факелам. Все, он сдох. Это такая смесь Лариана, Dark Souls и ДНД. Неплохо, смотри, к штаны. А штаны, так они лучше моих? 15, но, естественно, лучше. Потому что мы их нашли в каком-то непонятном. Франциско, урон 14. А вот топор не лучше. Но возьмем, это можно продать. Знаете, меня уже устраивает то, что я... Это метательные топоры, охереть. Меня уже устраивает то, что я обобрал один сундук. Можно мне теперь выйти отсюда и заново начать подбор игроков? Потому что я хочу играть в компании, а не один. Я хочу посмотреть, как рандомная пати будет здесь играться. Так, главное вниз не наступить, там эти вонючие пауки. Вот еще сундук, офигеть. Фига мне повезло. Тут, видимо, еще от места спавна много что зависит. Но они залезть не могут, они тупые. Да ё-моё. Лапку случайно нашел. Вообще офигенно. Броня 9. Фигня. Меч. Стальной меч. Двуручный. А, это на варвара. Метательные ножи и золотая монета. Ну возьми ты эту хрень. Дайте кнопку забрать все. Вот переверни ее, еще нельзя вертеть эту штуку. Вот так вот, смотри, чик. Это сюда. Ну, Resident Evil начался. Четвертый. Так, давайте сюда заглянем. Подожди, не хочу туда заглянуть. Сейчас откроем сюда эту дверь. Нас... С нами обязательно что-нибудь да произойдет. Так, открываем. Надеюсь, тут нет никого страшного. А нет, есть кто-то страшный. Ах ты. Все, отлично. Фига, мы далеко прошли, да? 14. А нельзя, чтобы сразу показывало личинки какие-то? Сколько у меня брони, сколько там? Хорошо, а как теперь выйти отсюда? Я залутался почти полностью, у меня весь инвентарь полный, я хочу выйти отсюда. Не, ну их нахер. Я хочу выйти отсюда. Что это? Фонтан скорости. Я буду быстрее. А где все мои бафы? Непонятно где. О, ангелы из доктора То. Осветилище защиты. Отлично. Скелет! Слышь, если я выйду через лобби... Я это, коньки отброшу или нет? Да ёкарный в театр, как неудобно. Где он? Я его не вижу. Цель пропала из поля зрения.
Серьезно. Я сдох. Меня убил, да, скелет. Нет, 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 гребаный, нет, не стреляй, я застрял. Меня убил гребаный скелет, я почти полностью залутался и... Подожди, shift это замедленный шаг? Как-то неправильно. Это как-то неправильно. Так, а мы здесь были, пойдем посмотрим, чем наверху, как бегать быстрее. Вообще так обидно, я почти полностью залутался, я хотел выйти, думаю, ну нормально с лутом и все такое. И почему я был один? Почему ко мне никого напарника не добавили? Вот, меня фаерболтом в прошлый раз подстрелили. Так. Что это? Содержимое этого хранилища принадлежит самым искателям современности. Чё у них там есть? Фигня какая-то. Еще бы сделали бы так, чтобы не весь лут пропадал, а хотя бы 25% от него бы оставалось. В какой-то же игре было такое, мы в это играли, и там... Когда ты залутаешься, выходишь из подземелья, то у тебя не все пропадает, а остается 25%. Ну, хоть что-то остается от этого. А здесь у тебя все сразу пропадает. Ты просто теряешь все, что можно. Почему здесь сесть нельзя? Так, я опять один. А это означает, что какое бы ты подземелье ни выбрал, с двумя, с тремя... Ты всегда будешь начинать один. Здесь нет подбора игроков. Почему здесь нет подбора игроков? Это же мультиплеер, ёкарный театр. Сдох мне уже. Почему они так больно бьют? Нет, 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 нет. Это я по льду так медленно хожу? Я нажал этот вонючий скилл, который мне хп восстанавливает. Меня убило. Не, если... О, у меня уже второй левел, нихера себе. Если на меня нападает больше одного, то все, это кошмар. Ты в этой кишкообразной локации ничего сделать ты не можешь. А почему оно поменялось? Почему теперь здесь три? Почему здесь один? А, оно изменится через... Понятно. То есть оно меняется... Хорошо, теперь в руины пойдем. Ду. А я хочу, может, в трио. Ну, давай в ду. Потому что нет смысла идти в... Ну, потом в трио сходим последний раз. Давай сейчас в ду, вот в эту посмотрим подземелье. Мы там не были. Оно меняется каждый... Подожди. А что если вот сюда пойдем? Ну-ка, пойдем вот сюда, в трио сразу нафиг. Старт. Сейчас. Опровергнем мою теорию, посмотрим. Нет, здесь нет автоподбора игроков. Ее нету, блин. Его просто нету. Постоянно, куда бы ты ни шел, ни в трио, ни в дуо, ни, блин, в одно дуо, то постоянно будешь один. И это такое себе. На нахер. На нахер. На нахер. На нахер. Я думаю, тебя... Опа, 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 ка. Кто так сильно меня стрелял? Почти половину мне снес. Там этот... Там... Да, 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 там игрок. Он меня увидел и убежал, да? Нет, там гоблин. Там гоблин, а слева гоблин, справа лучник. Мы туда не пойдем. Так, давай сюда. И на нахер! Я ему криты по голове, хедшот пробивают. Че не дохнешь-то, скотина такая? О, оглушился. Так, осмотреть. Там еще, кстати, мумия валяется, ее бы тоже осмотреть.
это шлем, который я не могу одеть. Почему я его, кстати, не могу одеть? Потому что мне необходим на класс варвар. Тут должны быть предметы межклассовые и классовые, да? Не, их там дохерища. Ну вот этого можно закурять. Так, ага. 5 кнопок перепутал. У них, кстати, этот короткий. Зажал меня! Зажал и что-то лагануло. У них короткий этот паттерн атаки. Так, хорошо, да, я бинтик использую. Я еще один использую. Я так и не понимаю, почему здоровье опускается. Тихо, там кто-то их жарит. Кто-то выжигает все подземелье. Какой-то маг, видимо, кастует. Ух ты, ё. Че он там завис? Его не видно в темноте. Все, все. У меня все на... Давайте стоит. Может, яркость надо выкрутить на самом мониторе? Ну просто... У них нет ничего полезного вообще. Как только враги заходят в темную зону, то они становятся невидимыми автоматически. Так темно. Я хочу мимика найти, чтобы он меня съел. И я такой, блин. Так, перчатки, перчатки. Вот здесь перчатки, да? Где? В Моровинте, по-моему, тоже можно было экипировать на себя целую херовую тучу всякой фигни. Там 16 было комплектов экипировки. Ё-моё. Летающие пауки. Мгла стайл. А где оно? Я его не вижу. Так, осмотреть. Нет, это этот валяется. Это не паук. Мне нужно срочно как-то восполнить здоровье. Я без понятия, как его восполнить. Ну, вот так вот оно у меня восполняется. И заряд у этого навык всего один. На одно подземелье, а одно, один заряд. Это такое себе. Так, у меня есть перчатки. Надо каску еще найти. Надо найти каску. Каску, каску, каску. Я хочу проверить, давайте проверим. Вот смотрите, у нас есть шлем, меч, рапира. Мы сейчас выйдем из подземелья и, посмотрим, а останется оно. Это мимик. Ну, может, здесь есть какой-нибудь гримуар? Так, посмотреть. Сундук внутри сундука. Так, ботинки. Хорошо, подожди. Эти возьмем, это возьмем, это тоже возьмем. Хорошо. Это, кстати, что за ячейки? А, это навыки, скорее всего, их надо открывать, да? Хорошо, большой дубовый сундук. Я забрал, он дырявый какой-то у них. Так, у меня есть зелька лечения, можем продолжать? Можем продолжать. Что-то меня эти штуки не нравятся. Что будет, если я их разорву? Не, ну я ожидал чего-то более интересного. Я думал, там яд взорвется или что-то еще. А тут ничего не произошло там. Вниз падать я не хочу. Поньки. Ловушка. Опаньки. Нас заперли. Тут где-то что-то летает, какой-то вертолет. Пойдем отсюда.
сундук. Ёкарный паук. Так, где сундук? Вот сундук. Ничего полезного, ну ладно. Это пригодится. Это сюда нельзя наступать, там шипы. Сюда. Так, куда дальше? Смотри-ка, там проход есть. Там не было прохода? Зачем тогда эту базу сюда поставили? Эй, гейм-дизайнер, недоработка. Может, надо было секретик сделать. Тут есть секретные проходы или лазы какие-то? Здесь тупик вообще полный, что ли? Здесь, по-моему, кто-то уже был, но слишком пусто. Слишком пусто. Вон там есть дверь, пойдем туда зайдем. Гоблин-драчун? Гоблин-драчун. Да, гоблины не такие драчуны. Вон их там целая куча гоблинов-драчунов. И там еще какая-то хрень ходит. Давай в сторону. Не хочу с драчунами сражаться. Они меня задрочат. Ёкарный. Валим, 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 валим. Как закрыть двери? Черт, за мной бежит. Тут тупик. Ёкарный. Вот здесь бы маг пригодился. Ты кто? Ты друид? Ты лекарь? Он меня шотнул. Просто половина хп мне одним ударом. Прикольно. Так вот, короче. Я, значит, с гоблинами сражаюсь, одного гоблина убиваю, а меня маг, значит, на ударах. Как заколдуют, заколдуют. И вот такие вот гоблины-дорчуны, значит. Менее 2 минуты. Че, давайте сыграем в шашки или шахматы. Че, мини-игры сделали бы вот в этом лобби, было бы прикольно. Хотя бы время ожидания бы скрасило. Как мне найти свое это? Серьезно, здесь можно превращать в куриц? А в Divinity было такое. В крысу его превратили. Ота, погладить. Ота, я тебя глажу. А, ты собака. Я думал, ты кот. Так. Да ёкарный театр. Уйди, не трогай меня, пожалуйста. Я не хочу, отстань. Нет. Нельзя. Слышишь? Нельзя меня бить. Понял, да? Ты кто вообще? Ты что за чудовище? Ты что за класс? А у тебя там щит сзади? Ты монашка, что ли? Ну, дубль хрен пойми какой. Почему факелы нельзя снимать со стен, я не знаю. Тушить их как бы можно, а снимать их нельзя. Если можно было снимать, было бы агрессивненько, да. Там какая-то стрекоза летает. Вот я не... Все, это... А кто потушил факел? Я его не потушил. Нет, не затухивал я его. А, она быстро дохнет. Ну ладно. А тут некоторых мух очень долго долбить надо. Так, давай посмотрим.
Ожерелька не экипируется. Там где-то скелет встал, да? Да вот оно, ударь его. Отступай, отойди. На нахер. Скелет с кровью, блин. На нахер. Это Dark Souls начинается. Я ударил, он ударил, я ударил, он ударил. Ботиночки нашли. Хорошо, ботиночки нашли. Где тут еще муха валялась? А у мухи есть кольцо скорости, кстати. В какое место кольцо можно одевать? Вот сюда? Всего два кольца можно одевать? Неправильно. Колец можно одеть 10 штук на каждый палец. А при желании все 20 пихать. Так. Сундук. Что у нас? Штанишки, да, получше. Так, а можно с... Обычно в Shift нажимаешь, и он сравнивает, да? Здесь такого нету. Почему здесь такого нету? Я не знаю. Потому что здесь такого нету. Урон от оружия, скорость передвижения минус 13. Во, я эту возьму, она получше. А чё? Чё это вообще такое? Флейта! Я думаю, это какая-то дубина. Это флейта. Для барда, видимо. Как он только ей надуивает. Стрекоза, стрекоза. Слышал басню Крылова «Стрекоза и муравей»? Стрекоза, коза, муравей, красава. Так, где он? Где ты, чудовище? Выходи! Эй, он со щитом, они жесткие. Ну давай. Их два! Да мне хана, я с двумя сражаться не умею. Я с одним-то еле-еле вывожу. Там сразу два. Валим отсюда. Так, используем навык. Закрой дверь. Закрой дверь. Закрой дверь. Все нормально. Сундук. Они же не умеют в двери. Вы не умеете же в двери, да? Ну и зашибись. Так, я нашел перчатки. А, он их сразу одел. Нормально. А склеп стражника убивает. Так вот, что будет, если я выйду из лобби? Все мои шмотки сохранятся? Так, шлем одеваем. Фонарь. Фонарь. Смотри-ка, фонарь. Интересно, как он светит. Золотая монета. А как фонарь? Ну-ка. Это что, флейта? Зачем? Я не понял. Зачем? А как фонарь поджечь? Так, один, два. А, с ним можно вот так ходить. Все равно темно. Даже с фонарем все равно темно. А что будет, если я нажму выйти в лобби? Я потеряю все? Да? Я потеряю все шмотки, которые я здесь наэтовал. Значит, мне надо пройти до конца, до точки эвакуации дойти. А он с картой есть. А где точка эвакуации, там не написано вроде бы. А может, написано, вон тот квадратик, наверное. Мама. Простите. Кабинетом ошибся. Давай сюда.
Так. Я не буду с ними в бой вступать, пока не оденусь прилично. Как открыть эти двери? Никак. Хорошо, мы окружены. С одной стороны два скелета, с другой целая куча. Рычаг. И хера себе. Секретная дырочка. Ну-ка, иди сюда. Он стоит, смотрите, в щелочку заглядывает. Чё, говорит, ты там делаешь? Да как с ним сражаться? Его, во-первых, не видно. Если бы можно было бы фонарь повесить на пояс, было бы приятнее. А так я сражаюсь почти в полной темноте и просто целюсь непонятно куда. Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая. Так. Хорошо. Я не такой дурак, чтобы наступать на черную поверхность, которая выделяется среди каменных плит. Да. Я умнее. Так, берем. Ожерелье неэкипируемое. Берем. Так, открываем. У меня почти полностью залутаны уже эти. Надо найти выход отсюда и умотать как можно дальше. Так, 8 перчатки мистика. А мои перчатки 14. Нет. Вы не угадали, я не буду с вами сражаться. Я уже хочу к выходу направляться. На карте я не понимаю, где я нахожусь, если честно. Я себя вообще даже не вижу. Где-то я донахожусь. Ага, перчатки мистика. Берем. Золотая корона, поврежденная. Взрывная бутыль. Оу, она в этот слот добавляет. Тут бинт, это на 4, значит, да? На 4. Это слот на 3. Это слот на 4. У меня, кстати, есть бинты. Давай используем. Лучше их использовать сейчас, чем потом не использовать вообще. Хорошо. На 4. Еще давай. Обмотаем свою стальную голову. Хорошо, зашибись. Так, хорошо. Теперь надо выйти отсюда. Так, вот есть еще рычаг. Стой! Ты слышал это? Ты это слышал? По-моему, кто-то разобрался со скелетами. Пошли отсюда нафиг. Там кто-то ходит. Где этот рычаг? Я его не вижу. Как неудобно контр и shift нажимать. Я хз, что делает этот навык. Надо отсюда валить. Пока нас не убили. Да ёбкарный театр. Застрял в стене. Бей его. Фак, что мне теперь делать? У меня нету ни бинтов, ничего у меня нету. Ботинки 13-го, 14-го. Я хочу уже выйти отсюда. Спасите меня, пожалуйста. Как отсюда выйти? Как спастись? Нет!
Нет, нет. Уйди, уйди. Ты чё за херня? Меня убил череп смерти. Давайте посмотрим, как играют другие игроки. А вот их-то двое. А так нечестно, их двое, блин. А я один. Они к троллю или куда пришли? Ладно. Я думаю, на этом можно заканчивать. Ну, игра, я не знаю, как ее пройти. Она, блин, сложная. Непонятная. Не, надо в нее очень долго вникать, привыкать. И, видимо, шкериться скелетов, собирать лут. И только потом, когда ты оделся, приоделся, выходить из подземелья, перебить всех своих этих PvP-шеров. И только потом оттуда валить. Не сказать, что я не был доволен. Даже какой-то экспириенс я получил от этой игры. Но... как фанат фэнтези вот этого темного сеттинга по типу Divinity, Baldur's Gate, Dark Souls и так далее и тому подобное. И вот Warhammer тот же, Vanguard, который этот... В принципе, поиграть можно. Если есть желающие, давайте соберем, попробуем в коопе пройти. Может, в коопе будет легче, чем в соло. Я не знаю, как видите, меня за всю игру ни разу в кооп не кинуло. Мой тайник пустой, за два левела я ничего не смог вынести. Я понятия не имею, как это выносить оттуда. Здесь целая куча микротранзакций. Сколько у меня вообще монет есть у персонажа, я не знаю. Сколько-то, видимо, да есть. Сколько-то, видимо, да есть. Да? Игра вроде в раннем доступе, или она вышла? Или она вышла в ранний доступ? Без понятия. Почему у меня уровень 6? Где я успел 4 левела апнуть? Я же нихера не сделал. Я же умер дофигища раз. Ну да ладно. Еще раз повторю. Если есть желание сыграть в коопе, желательно втроем, давайте заходите в Discord канал. Там напишите, я увижу. Соберем пати и попробуем еще раз сыграть. Пока игру удалять не буду, может быть, даже сыграю. А может, сыграй со знакомыми, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Может, в Дискорде поищем кого-нибудь. Может, кого-нибудь не поищем. Но хотелось бы сыграть со своими подписчиками, так сказать. Просмотрщиками. А так, всем спасибо и до скорых встреч.